This is what Somalia looked like in 1992. Warlords had waged a bloody civil war over control of Somalia for years. Their weapon? Hunger. The warlords seized international food shipments at the seaports. 100,000 civilians had already died of starvation. US Marines shipped off to Africa to feed the hungry. It worked. The famine ended. But the most powerful Somali warlord, Muhammad Adid, was just biding his time. When the Marines left, Adid declared war on the remaining UN peacekeeping forces. His militia ambushed and slaughtered 24 Pakistani soldiers. In August 1993, we got the call. Elite US Rangers and Delta Force came to Mogadishu, the capital of Somalia. The task was clear. Capture Adid. Ndungu velio tota nyama kila mbaruda min kibeku Ndungu velino Kareli koi beidi mintu
Mertor eru.
Чтоб смыть
смысл топиться, стреляться и с крыши разбиться. К тому же местные парни тупо плохо целуются. А лучшая подруга, кстати, не красавица и не умница, а так курица. Живет на центральной московской улице со своим принцем в столицу. Раз, два, и вот Москва уже свои кольца кружит. В мосту на крыше гараже каждый готов стать мужем. Зима, но и весна, и лето даже на море где-то. И как бы не потерять это настроение, и в мыслях на Порше, да почти на Каене. И вдруг длинное такое невезение, и оказывается нужны деньги каждый день, тем не менее. И уже не обойтись без мата, сколько для нашего брата стоит обыкновенная съемная московская хата. Извини, подружка, и даже двушка на Калужке. Кастинги не катят, хватит. Спасибо, очень красиво. С вами свяжутся модельные агентства. Постоянные звонки матери. По специальности везде, где не спросила, кажется, 300 человек на одно рабочее место. И на тот момент с подружками втроем в хрущевке тошно и тесно. В итоге сумки собраны, хоть и уезжать неохота. И вдруг через сон звонок на телефон. Привет, надо встретиться, есть для тебя работа. Звонил он, и город меняет тон. И даже черные светлеют полосы каждый раз, когда перед его голосом мобильник пишет ей Платон. Платон. Вот другая тема, молодая мамаша, веселая вдова, такая типа беспроблемная, нашим и вашим. Да еще и на трех работах ебашит, чтобы дочка маленькая ни за кем ничего никогда не донашивала. И как вновь такая ранняя, но сильная любовь. И все как положено, любишь, женись, я согласна, Сережа. Медовый месяц, месяц меда. Но как глядели в воду, через полгода вроде бы позвала его родина. Горящий тур в очередную горячую точку. Пока молодая жена, жди звонка, рожай, до свидания, моя будущая дочка. И как в лоб через месяц гроб, стоп. Всему, что было и уже не в силах, да, сама взвалила, но долго, много лет уже. Ведь, честно говоря, сегодня с дочерью в обед за изучением букваря ее застукала подруга. Привет, пойдем со мной по клубам, точно. И нашу встречу в этот день продолжим той же самой ночью. К тому же давно не видели друг друга, а вечером уж красит губы. Еще бы. Когда еще такой вечер удачи обеспечит? Единственный неодинокий, который плачет, мне отмечен. А может быть, даже будет встреча. Алкоголь, дракс, пятница. Пять раз за ночь новое место, приятная компания. И как она не пятится, в каждом клубе тесно. И постоянное внимание мужское, и снова алкоголя. И ей кричат про дочь, что усыновить не прочь, что помочь, да в такую ночь. Но не задав вопроса, ее опять толпа уносит. Она стоит без интереса, опять обидели невесту. Но не пустует свято место. Я вас задел, с меня пардон, ваш счет закрыт. Затем поклон, я позвоню, зовут Платон. 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 А вот наша третья, заключительная, вообще другая штучка. Ей бы за пределы третьего кольца не выезжать бы и впредь. Офигительно, действительно, типичная московская сучка. Только с лучшими случка. Лузеры, мажоры, позеры в сторону. Молодые актеры тоже как-то поровну. Нам таких не надо, ребята, счастье вам за МКАДом. Первые мили, считает ее новый автомобиль. И вроде все по-новому, и она катит такая понтовая по Садовому. Качает хаос по салону, по бордовому. Но чем больше кто-то платит, тем больше на душе как-то хреново. И накатывает снова, и снова. И вдруг, как уже не глюк, через открытый люк в небо московское она кричит: хватит всем этим чужим под утро пустым кроватям, всем этим припатям, патям, автопатям, вместо патям, мать их, навсегда съебать. Да коллеги по работе и партии не поймут батю, да и найдут, а уж они-то умеют искать. Мать их, вешается грех, глупо. Гонит сама от себя эти мысли поганые. А белокаменная такая красивая белеет этим утром, особенно рано, и это горе от ума. Не по годам мудрая героиня нашего романа делает себе две жирных дороги на зеркале в собственной ванной и херачит обе сразу в одну ноздрю, как ни странно. Клубок мыслей рвется на нитке, тысячный длинный гудок. Подруги-паразитки опять где-то зависли. Утреннее одиночество, гон, старые визитки. Звонить в такое время
имя однозначно моветон. Но ведь он сам сказал: звони, как будет случай. И, видимо, это он. И как подруга Алена холеная, хоть и раз на всю Москву паленая, указала: вот он лучший тот в конце зала. Без гудков сразу алё, полухрип, полустон. Нет, не спал, не залип, сейчас приеду, Платон, Платон. Сейчас приеду, Платон. Как зовут? Платон. Есть для тебя работа, Платон. И истории таких каждый день миллионы, и отыщется в них место вашим.